Кризис обнажил всю, все показал, кто есть кто. Вместе мы быстрее выйдем из этой ситуации. У нас рынок общий. Наша продукция не может конкурировать сегодня с продукцией Евросоюза. Дело-то все не в Евросоюзе, а в Украине. Все мы знаем ценности сегодня, какие есть в Евросоюзе. Мы знаем, какой уровень жизни. Если посмотреть ВВП на душу населения в Украине и в странах Евросоюза, мне даже неудобно называть эти цифры. Кому вы хотите на шею повесить? Или кто-то хочет на шею повесить все эти затраты, все эти заботы, все то, что сегодня проблемы те, которые здесь. Надо их самим преодолевать. Мы в Европе, мы европейцы. Да и понятно, что вы вроде европейцы. Ну не спутаешь вас ни с кем. Сегодня как никогда, мне кажется, надо объединять усилия. И все равно мы их объединим, будем объединять эти усилия, какие бы разногласия, разночтения не были.